Большая сцена Центра молодежного творчества, полный зал зрителей и яркое зажигательное выступление. Мечта этих девчонок и мальчишек стать артистами стала реальностью благодаря вокальной студии «Микрофон», где каждому из них помогли проявить свои способности и поверить в себя. Сегодня я буду на концерте исполнять 7 песен. Я мечтаю попасть на славянский базар. Я занимаюсь студией с 4 лет. Я пою, и мне это нравится. Я выступала в Минске, и у меня кубок в 3-е место. Студия находится в Центре молодежного творчества, и у нас есть возможность непосредственно сразу на нашей большой сцене проводить различного рода мероприятия, где дети могут получать опыт концертных выступлений. Рассмотреть талант в каждом ребенке, зажечь его из маленькой искорки, способен лишь тот, кто любит детей и по-настоящему увлечен своим делом. Именно так можно сказать о руководителе студии Инне Михалюк. Хочу отметить про Инну Вячеславовну, что она действительно искренне, настоящий человечек, который может найти подход непосредственно к любому ребенку. Хочу выразить ей огромную благодарность за то, что она дарит частичку своей любви, взаимопомощи, знаний нашим детям. Мы пошли в вокальную студию «Микрофон». Нас очень сразу поразил педагог. Вот, Саша прикипела душой. То есть я сначала это воспринимала просто как шутку, ну, просто как факультатив, скажем так, после садика. На сегодняшний момент мой ребенок добился очень больших высот. То есть для ее 6-летнего возраста 2 года – это сумасшедший уже вклад. Вокальная студия «Микрофон» год за годом, открывая множество юных звездочек, превратилась в настоящую фабрику талантов. А в этот день все ее воспитанники и родители собрались, чтобы вместе отпраздновать важное для всех событие – 5-летний юбилей. Вокальная студия «Микрофон» открылась 5 лет назад. Здесь занимаются порядка 30 деток, даже уже больше 30. Занятия как сольные, так и групповые. Дети участвуют в различных международных, республиканских конкурсах, в концертах, городских мероприятиях. Из значимых побед, наверное, могу отметить последние. Это то, что одна из наших солисток прошла очень престижный детский конкурс в городе Молодечно. Каждая большая победа начинается с маленьких шагов. 5 лет – это только начало, а впереди воспитанников студии «Микрофон» ждет еще много покоренных вершин и открытий. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания «БукТВ».